Друзья мои, всем привет! Всем привет! Сегодня на нашем канале «Счастье есть мукбанг» у нас... У нас праздник, у нас 1 сентября, День знаний, да? Первый учебный день, День знаний. В 10 классе. В 10 классе. Ну, друзья мои, мы всех поздравляем. Всех с праздником. Кто сегодня пошел в школу, кто сегодня там и дальше, там колледжи, высшее учебное заведение, куда бы там... Многие это, правда, не считают праздником. Ученики именно. Нет, учения... Оно полезно для ума, для всего. Учиться. Учение свет, да, не учение для нервов. Да? Нужно учиться, нужно, да. Ладно, согласен. Нужно учиться и так далее. Для благополучной жизни, для своей нужна учеба всем. Ты открыла свою вассаби? Да, друзья, у нас роллы. Сегодня они у нас суши-маркет. Очень долгожданные, да, суши-маркета. Заказали еще днем, в обед. Днем. А в итоге на 6 часов, в итоге позвонили, сказали минут 30-40, еще час. Потом позвонили еще, сказали еще минут 40, мы отменили заказ, поругались. А Ваня пошел и у них же купил. А потому что у суши-мастера у них роллы именно только... Нет, именно если бы я в суши-мастер... Да, если бы я пошел в суши-мастер... то у них так на стенде их нету. Их тоже надо заказывать. Да. Вот. В итоге я пришел в суши-маркет. У них просто толком ничего нету. Это был один сет у них был. Вот это вот сет идет без вот этих вот красных штук. Без розовых штук. Был вот этот сет. Вот 6 вот этих розовых штук. И лежала вот одна вот такая убитая, уничтоженная Филадельфия. Что это? Это капец, у меня столько негативных эмоций. Там ребенок есть хочет. Блин, так я только обедал, и все. Я так уже, он говорит, ну что, еще подожди. Я не выдержала, я уже, честно сказать, поругалась. И я как бы сказала девушке, это я не вам лично, это в адрес вашей компании. Говорю, так нельзя поступать. Нам типа опять оставили... Один ролл, который нам нафиг не нужен. В подарок. Ролл? Один, в принципе, если нам сет должны дать. За то, что мы так возмущаем. Ну ладно, хотя бы... Мне не нравится, как у них вот эти штуки открывают. Ты ее неправильно, в принципе, открыла. Да? Ну что ж теперь поделать? Я же ее уже открыла. Вот. Всем приятного аппетита. Будем лопать, ладно? Да. Видите, сколько у нас возмущения? Остановиться не можем. Сейчас будем этот гнев заедать. Да, будем заедать. Ну что, ну, конечно, и мы хотели все-таки 1 сентября, да, как бы там ролики покушать, отметить это дело. Так, а запиваем мы зеленым чаем. Васаби, конечно, остренькая. Ну, вкусно, любим мы их, да? Да. Но негативные ощущения все равно есть. Ну, во-первых, да, не тот рол, какой мы хотели, это уже как бы из ничего. Ну, это в принципе все, что было. И Ваня говорит, они так ходят, говорит, не торопясь, говорит, этот... Там один... Ой. Там один единственный повар, который так это неторопливо это работает. Так. Я прихожу, как раз они наш заказ обсуждали как раз. А, вот там, типа, на такой-то микро... А, нет, его отменили, типа. Так сразу столько накопилось это. Сразу негатива. Ну просто зачем вы принимаете заказ? Если вы заведомо знаете, что вы его не исполните. Блин, ну я бы поняла, если бы мы этот заказ за час сделали, за два. Но сегодня 1 сентября, сегодня очень многие заказывают, понимаешь? Поэтому. Я что-то такой даже... Я поэтому и заказала заранее. Блин, а я что-то посмотрела на этот набор маленький, я говорю, может я в Бургер Кинг схожу, закажу. Я говорю, там в принципе... Слушай, я вообще забыла про Бургер Кинг. Надо было Бургер Кинг заказать, да и все. Взяли бы себе там
наггетсы, ролл, бургер там. Да, креветки, да, и все там понабрали. Все. Всего. Ну, там, наверное, тоже сегодня обрал, нет? Ну, хотя я в ту сторону не ходила, не знаю. Маленький вот город наш такой, вот в этом проблемы. Когда там мужики все с Додо пиццей появятся? Ой, я не знаю. Нет, ну, мы бы там суши мастер бы заказали, я не знаю, ну... Ой, слов нет просто. Ну, просто людей возле суши-маркета я именно не видела, чтобы кто-то подходил. Так там пусто, если ты говоришь. Ну, да. Это? Ой. И там как раз это... Приходит доставщик этих роллов и, типа, спрашивает у повара, типа, вот я там пришел, что-то заказ... Ой. Заказ там не готов. Верните. Что-то еще не готов. Я говорю, что через... Типа, это слова этого доставщика. Типа, что, через 5-10 минут прийти? Приходи через 20. Mm-hmm. Вот куда ему торопиться-то? Ну, мне кажется, это именно повар такой. Вообще... Слов нет. Ну, тут голодные есть, хотя они там деловые. Ну, повар тоже всегда сытый, правильно? Когда повар будет голодный? Где-то нарезала огурец. О, что-то отпалось. Отъем. Угу. Я сегодня документы подала на замену паспорта. Мои? Мои. Мне надо паспорт менять. Мне, в принципе, тоже. Нет, сказали, тебе не надо менять. Я сегодня за тебя узнавала. Они сказали, быть такого не может. В общем, я так неправильно раскрыла, теперь как-то мне это не нравится, так все. Просто вот тут вот сбоку. Ой, у тебя там упало. Ой, это сбоку. Она сама по себе такая падает всегда, вот эта вот. Что... Она единственная падала всегда. И я ее так подперла под другую. Типа... Вот оно как бы тут сбоку отрывается вот так вот. А я наоборот сверху начала ее открывать. Но это тот человек, который нас обычно ругает за то, что мы не так открываем. И потому что если мы уже не понимаем, как это открыть, мы это разрываем. Ага. Говорит, вот тут все просто, вот же оно. А это все от нервов, да, Ваня? Угу. Не, на самом деле, то, что мы так шутим, такие нервы, нормально все. О, она еще и с ананасом. Вот это с беконом, которая? Угу. Или нет? Ну, что это ананас? Нет, это огурец. И огурец вроде не похож. Может, типа имбирь какой-то такой, нет? Нет. Походу, с марино, вот этот огурец соленый, типа. Он же как раз такой вот соленый, когда он засоленный. Ну да, похож. Да-да-да. Хотя я пока что до сих пор не понял, что что-то ем, но не пойму, что, да? Ну да, у него вроде текстура похожая на ананас, вот эта твердая такая, жесткая. А вроде он и не сладкий как, или кислый, как ананас. И, короче, не поймешь, что это. Погода у нас сегодня. Ты сейчас шел как погода? Ну, слегка прохладненько, но не сильно. Но я просто застегнутый шел. Мне кажется, спокойно можно было бы и расстегнутый. Да. Как думаешь, это огурец или ананас? Маринованный ананас. Это и не огурец. Это и не авокадо. Наоборот, он такой хрустящий, плотный. Как будто реально корень какой-то. Но не острый, ничего не знаю. Ну да, это... Потом почитаем, что там идет. Погода, ну такая, знаете, сегодня вообще-то должен был идти у нас дождь. И слава богу, ой, утро началось. И с самого утра дождь как бы уже не показывали, облачность. Ну, солнышко то было, то не было, да, как-то так. Ну, да, нормально. Линейка прошла на улице. Тепло, хорошо. И родители, и дети, да? У нас новых учителей там парочку. Да? А это? Сколько новых учеников в классе у тебя? Двое. А, ну,
Именно если брать из других школ, то двое. Если из другого класса, то половина, так как нас два класса объединили. Ну, А, Б, да? Ты имеешь в виду? Вот. То примерно половина, может чуть... Нет, половина. Потому что нас так, ну, где-то... Сколько нас? 25? Угу. Ну, 23, без... не считая новеньких. Ну, ну, примерно по половине. Все выросли. Угу. Что-то там опять я только не поняла с питанием. Ну, как эта схема, что ли? Я скинули не файл, прочитать, файл не открывается, чё к чему. Два года назад разводили на одно, теперь на другое. Я не поняла эту систему. Что нам объясняли? Ну, а что сказать-то? Не понял. Ну, с картой можно? Не знаю, не говори мне за карту. Не, ну, наверное, как обычно-то можно. Там. Завтра не забудь карту взять с собой. А деньги вы положите? Ну, конечно. На пропитание ребенку бедному. Ну, так мозг кормить надо, питать. Да. А то будешь на уроках думать только о бубликах, да. О роликах, о еде, да. Пиццочка, сосисочка в тесте. Как она там? Без меня, да? На вот этот вот мойся, там что-нибудь выковыришь. А, укусил. Прикусил щеку? Угу. Вот так вот. Самый неприятный момент. А у нас сегодня на работе тоже у сотрудников две девочки-первоклашки были. А мы всегда ежегодно, если у нас есть первоклашки, мы... приглашаем их к себе в организацию, подарки им дарим. А я не успела попасть. И чаепитие. Ну да, ты как бы еще до того, как я устроилась, не попал. А так как бы это... Они интересные такие, со стороны смотришь, за ними смеемся, все наблюдаем, маленькие такие. Ну девочки, конечно, банты шикарные, рюшечки, бусиночки. Угу. Классно. Мы сегодня стояли с Галиной Александровной. Угу. Типа говорю... Вот первоклашки стоят, какие наивные. Да. Думают, что так легко все будет. Не знаю, да что. И Галина Александровна говорит... Не каждый день такой будет замечательный. Галина Александровна говорит, да нет, вот эти-то как раз-таки знают, им все их старшие товарищи рассказали, как все ужасно. А, как все ужасно. Да. Вот эти вообще фигня, да? Ну, есть можно. Ну, конечно. Все можно есть. Ну, какие-то такие безвкусные. Свежий огурец, да? Затолкай ты ее в рот сразу, да, и все. Я помню, у нас Ваня, когда пошел в школу. Ой. Он тоже не хотел, он сразу не хотел идти в школу. Сестра все рассказала. Вообще, он такой недовольный стоял на линейке. Мы так думаем, кто все эти дети? Они со мной будут срок мотать. Срок мотать. Да. Ничего, втянулся же. Куда, скажи, деваться, да? Девять лет. Выбора нет. Девять лет, скажи, куда деваться? Бежать некуда. Но, кстати, вот пару ребят тогда в моем классе были со мной в подготовительной. У нас же в подготовительной группе тоже Маргарита Павловна была. Да-да-да. Вот пару человек тоже были там. Ой, остро. Ты хочешь с беконом? Давай попробую. Ты не пробовал еще, что ли? Ну, это же вот оно одинаковое. А, да? Да. Ладно. А то ты обычно не любишь с бекончиком. Да, я не люблю. Я не знаю, почему, но я не любитель. А вот просто так она любит бекончик. Mm.
У тебя так и просится что-нибудь, да? Угу. Все это вы сами. Угу. И вот оттуда вам дается. Вот я как сразу раскрыла неправильно. Ну, конечно. Вот так, которую взорвала, когда надо было вот так. А я еще думаю, как он все так раз-раз, у него давится хорошо. А там я просто потому, что... дырочка сбоку она сделана. Я всегда отстригаю, тут сели что-то уже и... И нафиг надо. И все на этом, ну. Вот, так что мы сегодня как-то немножко, конечно, опрофанились. Мы каждый год на 1 сентября я что-нибудь покупаю, либо пиццы, либо суши, либо сама пеку эти пиццы, если я дома. Торты, сладости, да? У нас всегда на 1 сентября это праздник, я считаю, для детей праздник, для родителей. А ты расскажи, как тебе вызов сбросили. Какой вызов? Ну вот, тебе музыка долго играла. А, ну она потом перезвонила мне. А, да? Ну все равно. Ну, ожидайте, говорит, я сейчас уточню по-вашему. Слушали музыку. Танцевали. И потом, типа, оцените работу оператора. И выключили нас вообще. Ну что, классный оператор. Прикольно. Вот оно сзади там, да, у тебя. Ну, извиняйте, уже так вышло. Так это, ну что, чувак, прикольно поработал, молодец. И так это, одна звезда. Это очень плохо, 5 это супер. А можно 0 поставить? Да. Вы меня убили просто морально. Вообще, ну, по идее... Ну, они, кстати, после этого звонка мне не включили вот это вот, оцените работу. Но оператор-то здесь причем, я как бы, знаете, вот... И даже, в общем-то, я понимаю, что здесь вот он стоит, один этот повар, он тоже умудоханный, бедный. Просто сама система не поставлена. Вы зачем принимаете такое количество заказов, зная, что один человек только работает, но он физически тоже не в состоянии... Но я видел у них именно убитого повара, который устал. Этот такой на веселе ходит, вообще улыбается, разговаривает. У него, может, рис готовится. Вот он ждет, когда. Мы ж не знаем всех тонкостей. А с другой стороны, будет он сидеть вот это, крутить бегом быстрее, тоже качество какое будет? Ну, я согласен. Ну, ладно. Лучше просто... Ну, ой, что я сейчас делаю? Они должны были позвонить заранее и сказать, извините, вот наш в этот заказ мы не сможем костыльки сделать, только там позже, да, например. Согласны или нет, мы бы успели заказать в другом месте. Угу. Они, конечно, вот в этом плане мне не понравилось, как они поступили. Продержали нас до последнего. И еще и в последний момент еще 30-40 минут мне предложили подождать. Ну, это вообще, конечно. Я так Ваня говорю, ну, может, минут 20. А, Ваня, ну что ты наделала? Цветочек самое красивое. Вот как не пошел сразу домой. Контрольный в голову. Все. А! Бери его уже рукой, Ваня. Я а то сейчас там будет уже весь этот, как он, соевый соус. Ухрянькал. Кстати, он не успел пропитаться. Да? Ухрянькал все и везде. Этот Иван. Хрюша натуральный. Ну, я фотографии посмотрела, вы все выросли, молодцы, малышей никого нету. Все вытянулись, всех лиц такие прям, у некоторых вообще такие лица уже прям, знаете, взрослые такие достаточно, ну, точно уже ребенком со стороны так вот. Но к нам вернулся наш... Это вот этот вот тренинг тоже вот так. Но к нам вернулся наш шутник, вот теперь будет поинтереснее. А, я, кстати, фотографию посмотрела, я не поняла, где он, в очках, который стоял? Нет? А может, его не было на фотографии, может, прогулялись где-то. А вы же там еще потом классом в классе фотографировались, в коридоре. Ой, такой чайник вкусный. Что могу сказать? Полная фигня, чисто из-за обслуживания. Нет, нормальные роллы покушали мы. Не, роллы-то вкусные. Кстати... Вот мы всегда набираем, у нас остаются, да? Мне не хватило. Тебе не хватило? Ну, бедный ты мой ребенок. Ну, я 80 тебе... минимум надо. А еще 80? Ну, накормлю тебя сейчас еще вкусняшками, не переживай. Картошка с грибами? Там есть сырокопченое твое любимое мяско из Юшкар-Алы. Его разморозить сначала надо. Да ладно, не переживай. Ладно.
Так, погрызем. Да. Друзья мои, ну, всем большое спасибо. Да. Не забывайте, что мы на Яндекс.Дзене, и в первую очередь мы выкладываем видео именно на Яндекс.Дзен. Да. И только сейчас... Кстати, ну, не знаю, все... Опять тишина, кстати, по поводу Ютуба. Все говорили в сентябре, но пока молчок. Посмотрим. Конечно, нам не хотелось бы, чтобы закрывался Ютуб все-таки. Туда вложено очень много наших сил, стараний, да? В итоге Ютуб не закрывает, закрывает Яндекс.Дзен. Да. Ну, в итоге нам придется теперь еще раз поработать для Яндекс.Дзен. Его тоже нужно развивать. Ну, бог с ним, ладно. Допустим. Да. Допустим. Да. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчики, пишите комментарии. Всем пока-пока. Пока-пока.